23 августа, 17 год, Харьков. Сегодня, помимо Дня города, еще и День государственного флага Украины. Так что очень своевременно я наткнулся на эту клумбочку, на эту инсталляцию. Довольно оригинально. Улица Шевченко, 15-15 по Киеву. Августа 2017 год, Харьков, День города, плюс 18, вчера было под 35, но не красота. Улица Шевченко, 23 августа, 17 год, 16.00 по Киеву, город Харьков, и сегодня день города Харькова. Это площадь Конституции и дом со шпилем. Примечателен тем, что занимает собой целый квартал. Попал он в 7 чудес Харькова, а вот 12 официально утвержденных символов Харькова почему-то не приняли на городском совете в 2000 году. А вот здание городского совета в эти 12 официальных символов попало. Тут, очевидно, все флаги нынче в гости к нам. Сегодня не только день города Харькова, но и день государственного флага Украины. Да, здание горсовета попало в список, как я и сказал, официальных символов Харькова, наряду с Газпромом, наряду с Успенским собором, который тут же рядышком. Так, ну, в общем, выдвинемся на площадь Конституции поближе к историческому музею. 23 августа, 17 год, Харьков, день города, 16.00. Готовятся начинать праздник. Смонтировали сцену на воде. В общем, день рабочий. Сейчас народ будет подтягиваться. Я лично со смены. Бесшабашное веселье после шабаша на конвейере. Дело малореализуемое, так что мы по своим маршрутам. Через 23 августа, 17 год, открыли памятник Ивану Серкову. Прекрасная встреча, этого прекрасного мероприятия. Памятник великолепный. Я очень жалею, что здесь нет рядом сыновей Львова. Здесь же Кернес. Ну, еще раз благодарность всем, кто пришел. Мы трактористы происходили от Серко, это по-седьмому. Сегодня 23-е, это день города. Уже не знаю, во сколько было открытие. Смотрите, Мария Трактористка. Это мама моя, заслуженная актриса, «Груза птицы», кто смотрел «Графиню Брайт». И вот от нее, когда она сыграла в первом фильме «Руслана и Людмила» на Инну, она тогда написала еще в 1992 году, как «Не стерея Серко». И мы не могли понять, почему. Но вот это время мы резко с ней видели. Она говорит, Серко, гордись тем, что ты несешь Божие поминь. Мерефа место рождения. Нагороджується капміст Радислава Олегівна за відродження духовності української. Да, это же он на картине Рєбіна «Казаки».
А вот где он тут, я не помню. А, да, по-моему, вот это. Как бы не соврать. Но то, что он здесь изображен, это точно. Небольшое сходство с памятником, думаю, с реальным человеком сходство еще меньше. Ну, это уже легенда. Дякуємо, дорогі друзі, і знову для вас грає театр народної музики. 23 августа 17 год. Город Харьков, 16:50 по Киеву. И тут красотища. Благовещенский собор. Там Покровский собор. И здесь Успенский собор. Три главных собора Харькова, три достопримечательности в одном месте. Ну и фонтанчик отремонтированный. Заслуживает всех и всяческих похвал. 23 августа, 17 год, Харьков. Одна, єдина, соборна Україна, одна, єдина, одна, єдина, соборна Україна, одна, єдина, соборна Україна, одна, єдина, соборна Україна, схід і захід разом, схід і захід. День города, день прапора, день флага Украины. Слава нації! Слава нації! Слава нації! Україна! Україна! А там у нас свежеоткрытый памятник атаману Серко. Сегодня только открылись.